Мы находимся на горе Monkey Hill. Ну, я думаю, откуда такое название, понятно. Эти обезьянки называются макаки. Это именно их тайцы обучают залезать на высокие кокосовые пальмы и собирать с них орехи. Говорят, за день такая обезьянка может собрать до 1000 кокосов. Макаки оказались очень любопытными и чуть не угнали у нас байк. В общем, смотрите сами. Ты ключи забрал?